Современные технологии дошли еще не до всех бюджетных учреждений. Больницы Курганской области обеспечены компьютерами на 26%. Подключены к интернету только 6%. И даже этой техникой умеют пользоваться далеко не все специалисты. С такой отсталостью на электронные истории болезни регион перейдет не скоро, посетовал губернатор и потребовал в следующем году всех врачей, а их за Урале 2500, направить на компьютерные курсы. Разобраться. Значит, и 100% врачей должны сегодня пройти при нашей поддержке, при финансировании пройти полностью комплексное обучение работы на компьютере. Если этого не будет, ни о какой дальше системе говорить нет смысла. Олег Богомолов также предложил пересмотреть программу по информатизации здравоохранения и найти средства на оборудование больниц с техникой. Компьютер должен появиться в кабинете каждого врача, чтобы он смог вести электронные истории болезни пациентов. Карта больного будет доступна всем врачам региона. Из Шадринска что-то случилось, оказался в больнице в Каргополе. В Каргопольской больнице при поступлении клиента, пациента, они должны зайти в систему, набрать его фамилию и все знать о нем. Оборудование больниц с компьютерами позволит записывать людей на прием к врачу через интернет. В следующем году такая услуга появится в областной больнице и 5-й городской поликлинике. Со временем в этот список войдут и другие клиники. Юлия Король, Денис Мазин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».